Таких респондентов можно поискать. Вроде у нас все присутствующие переменные имеют код 0. То есть теоретически такой профиль, для которого по всем предикторам нули возможен. То есть абсолютно неэнергичный человек. С другой стороны, вот он абсолютно не согласен с тем, что ему все приходится делать с усилием и так далее. Допустим, не смотрит ТВ, абсолютно не удовлетворен жизнью. Ну, в общем, нет подчиненных, да. Не смог. Ну, вот так вот, короче, нули везде. Такого респондента можно найти. Опять же, есть, соответственно, блок, посвященный поиску и отсеву наблюдений. Можно сформировать профиль и по нему сделать select cases. И, скорее всего, в массиве найдется такой человек. По крайней мере, шанс есть. И для него уровень удовлетворенности работой будет составлять примерно 3 балла. Ну, то есть третий ранг у него будет. Напомню, изменяется от 0 до 10, соответственно, будет ниже среднего. Допустим, по каким-то причинам меня интересует профиль, вот, допустим, с такими значениями. Я произвольно беру в возможном диапазоне. Ну, допустим, еще у человека будет много подчиненных. ...555 подчиненных. Итак, какова же будет удовлетворенность трудом у человека с такими предикторами? С такими значениями предикторов, что важно. Эта формулировка важна. Итак, просуммировал, точнее перемножил значения, вот эти, перемножил на коэффициенты, сложил, и еще надо добавить константу. Вот удовлетворенность работы человека будет примерно 5,28. Для всех имеющихся в нашей базе профилей мы можем посчитать, попросить машину посчитать значения предсказанные. Вот это новая переменная. В ней предсказаны значения для респондентов, у которых по предикторам нету миссингов. Там, где миссинги, в этой переменной это свидетельствует о том, что миссинги были в каком-то из предикторов, по которым рассчитана данная модель. Сортирую по этой переменной, чтобы не видеть миссингов. Вот, допустим, предсказан очень высокий уровень счастья. Но машина не знает, что он не может быть больше 10, поэтому вот она предсказала наиболее высокий уровень счастья. Посмотрим, кто же это такой счастливый человек и правильный.